Долгожданное событие в жизни нерюнгринцев. 60 семей в торжественной обстановке получили ключи от квартир в новом современном доме. Счастливые обладатели нового жилья уже на следующей неделе отпразднуют новоселье. Подробности у Надежды Акимовой. Этого события жители Аварьек ждали 2 года. Сроки сдачи дома в эксплуатацию переносили 2 раза. Из 2 строящихся домов, согласно генеральному плану по программе переселения, подрядчик сдал в эксплуатацию только пока 1. Построен по последним инженерным технологиям, со встроенным энергосберегающим оборудованием и лифтом. Все квартиры улучшенной планировки и продуманного зонирования, в которых установлены стеклопакеты, современные межкомнатные двери. Новоселы не скрывали улыбок и море эмоций. Многие до сих пор не верят своему счастью. До этого момента мы ждали 16 лет. Вот. Конечно, я очень рада, наконец-то, что мы оттуда съехали. Теперь не будет всех эти проблемы позади у нас. Только все хорошее впереди. Все очень нравится, мы долго ждали этого. Все новое, все по-современному сделано. Как говорится, заезжай и живи. Буквально через месяц во 2-й строящийся дом по соседству переедет еще 60 семей. До 2017 года рядом с новостройками будет выстроен целый микрорайон со своей инфраструктурой. Несмотря на сложную экономическую обстановку, программа будет реализовываться в полном объеме. И дома будут строиться согласно плану. Экономическая ситуация, которая сейчас находится в нашей стране, она никак не повлияет. С самого начала везде декларировалось о том, что эта программа, и так оно есть на сегодняшний момент, многие программы претерпели сокращение или были ужесточены, будем так сказать, требования по участию в этих программах. Программа аварийного сноса, расселения, она осталась прежней. Несмотря на многие трудности, запланированные объемы выкупа жилья и строительства домов выполняются согласно плану. Уже за 2 года жилье получили 398 семей. До конца текущего года еще 300 семей переедут из аварийного жилья. Надежда Акимова, Семен Амосов, НВК Саха, Нерюнгринцы.